Итак, привет, Вячеслав, привет всем подписчикам. Это такой микроотчет о рекламной кампании, которую я согласился сделать бесплатно, потому что я сам веду здоровый образ жизни. Да, всем привет, я за ЗОЖ. Вот, да, я такой большой любитель ЗОЖа. Вот так, да. Не пью, не курю, вот для кого-то это дико. Короче, Вячеслав, у него классный канал. 365 дней челлендж без алкоголя. Я ему решил помочь. Ссылка на него будет в описании. А даже вот сейчас вот здесь она появится. Нет, вот здесь, да, вот здесь. Вот здесь появится. Подпишитесь на него. Вот, хороший канал. Почему нет? Давайте поможем человеку. И вот краткий обзор рекламной кампании, которую я придумал. И самую простую и базовую, которую можно сделать. Давайте посмотрим. И в первую очередь мы ее назвали ЗОЖ. ЗОЖ. Трейлер всего на 1000 рублей. Сразу за вычетом НДС у нас 830 бюджет 13 ноября. Сейчас на модерации уже. Модерация идет обычно 2-3 дня. Да, надо еще звонить, говорить, давайте ручную модерацию. И один из у нас есть два вида таргетинга. Таргетинги две группы объявлений. Почему-то, ну правильно, я одну отключил. Одна это по каналам, по местам размещения, то есть где можно размещаться на каналах конкурентов, вот, и или в похожих видео у них. Тут мы укажем место размещения «Общее дело», канал «Общее дело». Давайте его прямо сейчас добавим. Канал «Общее дело», то есть люди, которые будут смотреть «Общее дело». Давайте посмотрим. Так, не смогли найти канал «Общее дело». Оп. «Общее дело» сейчас найдется. Давайте найдем «Общее дело». Да, нашелся. Оп, вот. Да. В принципе, общее дело. Мы поставим цену, показывается не дороже 1 рубля, даже с учетом НДС. С учетом НДС мы даже не будем показываться дороже 82 копеек. Давайте так попробуем. Давайте начнем с этого. Это ровно рубль с НДС. А вот еще самый главный эффективный таргетинг, где мне удавалось по 2 рубля получать подписчиков, это по сути ремаркетинг. То есть я работал с общим делом канала. Это «Общее дело», в принципе, очень классный канал. И вы его, наверное, знаете, «Здоровый образ жизни». Если нет, то погуглите. У нас на рассмотрении, кстати, и объявление. Так. Кстати, это надо знать. В принципе, самое главное, что я хотел, это ремаркетинг. У нас добавлен канал ремаркетинг. То есть мы можем выбрать и показываться только по всем подписчикам канала. Вот. В аудиториях. У меня есть такая аудитория, она называется «Подписчик общее дело». Вот, эти подписчики, видимо, в общем-то маленькая такая размер. И как подписчики, это похожие поведение на этих людей. Вот, там могут быть какие-то вегетарианцы. Им будет следить очень интересно за этим реалити-шоу. Какое видео он будет рекламировать, давайте я вам покажу. Вот такое. Давайте посмотрим. Звёздочка, 6 июня, 8 день. Пробил квартиры 4. Мне изменения нравятся. С утра выпил, весь день свободен. Это здорово. 7500 отправил на кладбище. Слава, может пивка? Потому что я чуть не сорвался. Кодировался. Ходил к бабушке, но... Ну и все, я решил. Можно подписаться сразу.
Оп. Вот. Стрелочку не хватает, сюда стрелочку добавить. Все, мы можем здесь подписаться. Да. Непонятно, что надо сюда нажать, но... Но вот такой у нас трейлер. Мы его больше не решили не переделывать. В принципе, посмотрим на тест за 1000 рублей, что из этого выйдет. И что хотел сказать. В общем, мы будем показывать всем подписчикам, и похожим на подписчиков должно быть выйти очень дешево. Поставим по 40 копеек показываться. Там плюс НДС будет 45 копеек, 48. Вот. И места размещения тоже по этому каналу. Это мой, как видеомаркетолога, как прогноз, тест, гипотеза, называйте как хотите. И я думаю, что у нас получится. Посмотрим, сколько мы получим подписчиков. Здесь у нас появятся подписчики. Вот. Посмотрим, сколько мы получим подписчиков. Кстати, деньги. Здесь тоже поставим поменьше. Самое главное, что у нас сделана минусовка. У нас есть списки с 10 тысяч каналов детских, где нам не надо показываться. Это самое главное, чтобы не сливать бюджет. Как не слить бюджет? Потому что люди сливают бюджеты и ничего не получают. Ну, вот, в принципе, все настроили, ждем модерации. Канал будет еще раз закреплен в комментарии и в описании к видео. Подпишитесь, этот человек так же, как и вы, ставит лайки и комментирует. И вообще, я вам рекомендую делать совместные коллаборации. Вы тут все собрались, и вам всем нужно подписчиков, может быть, аудитория друг у друга не очень там друг другу подходит, целевая, но тем не менее, вам всем нужен рост, и я бы совместно снимал какие-то видео, я так сделал с Костей, мы видео сняли совместно, он в Москве живет, вот, я купил ему стул, мне понравился, вот, я даже сижу сейчас на танцующем стуле, Костя, привет, я знаю, ты смотришь, спасибо тебе за стул. В общем, старайтесь коллаборироваться, если у вас это получается. Не туда включил, вот так. Объединяться совместно, снимать общие видео, помогать друг другу. В этом и есть смысл сообщества, чтобы помогать друг другу. Иначе зачем вообще мы тут все собрались друг другу? У нас же не только общий чат. Вот. Всем спасибо, всем добра, хороших выходных. Да, почему нет? Поехали. Ну, как всегда, вы знаете, куда нажимать. Смотрите, наслаждайтесь, увидимся.